будем надеяться, посмотрим, что нам все-таки представят Никита и Лена, потому что пока, к сожалению, только четвертый и пятый результат показали Бобров, Соловьев и Рязанова, Ткаченко, соответственно. Разница между ними буквально 0,1 балла, но все же это лишь четвертое и пятое места. Оценки поставили арбитры уже очень приличные за первый элемент. Впрочем, смотрим дальше. Да, серия румбы, четвертый уровень. Твизлы идут. Нормально, да. Да, твизлы тоже зажгли четвертый уровень. Пока очень высоко ставят, хорошо. Здесь за румбу дали третий уровень. Одно чектаво было не засчитано. Все равно это очень высоко. Последний элемент поддержка. Чуть-чуть подустали в конце, но в принципе молодцы. Чистый прокат. И за поддержку поставили четвертый уровень, но включили.